Привет всем! Вы на канале? Леонардо the American Boy. Мы куда сейчас едем? Лео даже не знает, куда мы едем. Мы едем в детскую больничку. Проверять, как у Лео здоровье. Мы давно не было в больнице. Где твое место? Где ты сидишь? Сюда? Ну давай. Ты сам залезешь или тебе помочь? Ты не сможешь? Давай. Давай, раз. Опа! Вот так. А где твое сиденье? А вот сиденье. Ты можешь туда залезть сам, да? Ого, Лео, какой обезьянка. Ты здесь будешь сидеть? Вот здесь. Окей, сел. А пристегиваться будешь? Ремешок. Вот так. Ты готов? Поехали. Дорогие друзья, мы впервые за много лет, месяцов, наверное, в этом году, по крайней мере, в первый раз, едем с Лео в детскую больницу. Что мы будем делать, Аня? Не знаю. Проверять просто, карточку взяли? Да, да. Проверять, как его дела? Поехали. Ну, он здоровый, как бык. Lord, bless our road, bless our health. We pray in the name of Christ. Amen. Камера мешает. Выключаем. Дорогие друзья, прямо напротив Cal Expo. Это центральная выставка Калифорнии, которая происходит раз в год, в сентябре. Ой, в августе. Летом, короче. Находится в больнице Кайзер, где мы, where we belong. И мы поворачиваем сюда. А там дальше супер-центр Мол, где мы уже показывали какое-то видео. So, we turn here, right. Emergency, в этом больнице нет emergency. Сюда один не Праздник. А что здесь такое? Kettle corn за $1 продают кукурузную штуку. Вон там. Палочки. Мы любим парковаться вон там. Leonardo, are you going to the hospital? Скажи hospital. Hospital. Hospital это больница. Мы не знаем, зачем мы идем, но мы идем. Не знаю, зачем мы идем. Зачем? Проверить. Проверить это же не... Но... Обычно в больницу идут, когда какая-то проблема. У нас тоже проблема, но... У нас нет проблем. Ой-ой-ой, страшно. Ой-ой-ой, страшно. Страшно. Ставим на парковку, глушимся. И выходим по одному. Так, у меня дверь открывается хорошо. Ой-ой-ой, а здесь мы можем не влезть. Здесь я на линии, но свободная страна. Делай, что хочешь. В принципе, вот. Все? Давай, я закрою. Итак, дорогие друзья, куда мы идем? Мы идем в больничку. Это Тойота. Правильно, откуда ты знаешь? Лео, ты слишком хорошо разбираешься. Тойота Приус. Да, это Тойота Приус. А что впереди нас? Что это? Помнишь, мы только что учили одно слово? Это Тойота тоже. Лео, мы идем в hospital. Скажи hospital. Туда. Больничка. Идем туда. На второй этаж. Hospital. Скажи hospital. Здесь будет дядя доктор. Или тетя доктор, мы еще не знаем. Заходим. Заходим. На лифте или пешком? На лифте, чтобы быстрее. Ну, пешком полезней. А теперь мы заходим в лифтик. Скажи, elevator. Excuse you. Пропускаем. That's not funny. That's rude. Давай сюда. Давай сюда. Elevator. Заходи. Elevator. Теперь нажимай на цифру 2. 2. 2. Ищи 2.
Нет, выше. Это звоночек, Ванечка, и он сам. Да, Ванечка, дай себе время. И мы поехали. Чувствуешь? Вау! Двери открывай! Бай! Давай ручку. Нам в детское отделение. Педиатрик. Сначала нам зачекиниться. Sorry. Hi. Yeah, we have appointment at 11:30. Лео, ты видишь? Паровоз маленький летит. Ой, то есть едет. Ну, он в воздухе, значит, он летит. Паровоз, как делает паровоз? Чу-чу. Train. Скажи train. А здесь много людей сидят, очень. Там here. Пойдем сядем. Окей, заполняем. Лео, хочешь посмотреть книжечки? You want? You would like to? Let's take a look at books. Давай, let's go. Садись. Sit here. Лео, не бойся, тетя. Это тетя волонтер, помощница. Это тетя, которая читает всем книжечки, всем деткам. Она хорошая, волонтер. А вот еще один train. У нас опросник. Ребенку 3 года почти. Ребенок пьет соду, кока-колу, соки. Спортивные напитки абсолютно нет. Но соки он пьет. Тут усладненные. Усладненные. Пиши нет. Что мы такими не физически прыгает абсолютно. Вы ограничиваете вашего ребенка телевизором? Конечно, у нас нету телевизора. Лео. Ну что, начинаем читать книжку? А ты хочешь собрать вот эти вот игрушки? Иди сюда. Смотри. Вот так. Иди сюда. Клубнички. Вот так. Это паровоз Томас. Томас и Фрэнс. Что? Итак, мы заполнили весь опросник про Лео. Лео не сидит на месте, ему хочется где-то везде бегать, лазить. А сейчас мы ему одеваем на ручку такой браслет, чтобы знали, что Лео пришел на appointment. Давай ручку, Лео. Давай ручку. Поправляй свитер. Убирай свитер. Вот так вот. Раз. Вот. Раз, два, три. Все. Все, Лео браслет. А что там написано? Leonardo, you're called. Let's go. Yeah, the doctor позвал. Let's go. Заходи. Заходи, скажи всем bye-bye здесь. Bye-bye. Снимаем свитер. Сейчас. Сколько мы весим? Окей. Давай. Go. Становись. Вот так, good job. И сюда. Итак, смотрим. Смотрим, сколько? 29.4. 29 паундов. How many kilograms? 13.4. 13. Лео, а теперь сюда. Лео, come here. Сколько? Давай, поворачивайся к папе. Какой у тебя рост? Yeah, I'll go with the order then that way since we're here today. 36 inches? Nice. Very physical. Get your shoes.
И вон девочка тоже будет wait. Ты взял? Да, да. Девочка стоит, и девочка молодец. Окей, let's go. Дружок, пойдем туда, тебя называют медсестра. Let's go, дружок. Наша палата. No, we don't. He doesn't go to school yet, or any daycare. He's a stay-home son. Лео, где мы? Руки помоем. Руки помоем? It's a sink, да. Руки помоем. Потом. Лео, расскажи, что это за зверек? What is this? Какой зверь? Жираф, good job. А вот это кто? Кто это? Слоник. Слоник, elephant. Good job. А вот это кто? Лев. Лев, lion. Good. А вон? Кто вон? Вон? Это хаммер. Это хаммер? Это похоже на хаммер, но это такой автобус, сафари. Тебе нравится здесь? Классно? Давай замерим твою голову. Let's measure mom's head real quick. Смотри, давай маму, мамину голову. Смотри, смотри, вот так мамину. Thank you. Вот так, а теперь Леона. Классно. Молодец. А ты боялся. Вводим все это в компьютер. Good job, мама.